Бескомпромиссные матчи прошли на стадионе имени Магомеда Парчиева. По инициативе столичной мэрии здесь собрались претенденты на звание чемпиона среди любительских команд. Кому из них улыбнулась удача, знает мой коллега Магомед Ивлаев. На протяжении нескольких часов на поле царили накал страстей и упорная борьба. И хотя играли любительские команды, их противостояние было нешуточным. На поле собрались игроки, которые в футболе уже не первый год. Многие из них выигрывали турниры районного и республиканского уровня. Подарок преподнесла и природа. После пасмурного утра распогодило, что позволило участникам выйти на поле в хорошем настроении. Такие турниры мы проводим регулярно. Этот турнир не первый, и посвящен он 25-летию Республики Ингушетия, образованию Республики Ингушетия. Также мы планируем еще проводить такие же мероприятия, не только по футболу, разнообразные виды спорта. Каждая команда более чем мотивирована на победу, но все же она достанется самым ловким и смелым. Цель турнира – привлечение детей к регулярным занятиям спортом. Сейчас, значит, идет турнир, идет второй период. Значит, после завершения этой игры ожидается еще игра двух команд. А целью данного турнира является, значит, популяризация среди школьников игры в футбол и вообще спорта в целом. Ребята показали яркую и динамичную игру, продемонстрировав множество голевых моментов. По итогам турнира третье и второе место заняли команды школы «Марем», выставившие на соревнования два состава. А почетное первое место досталось юным футболистам Гамурзиевской 8-й школы. Следующий турнир организаторы обещают провести уже в июне. Магомед Ивлаев, Ислам Хамхоев, Денис Тимурзиев, Вести, Ингушетия.